Видео поговорим про карнавал драконьих лодок. Да, это месячный ивент. Здесь у нас как бы, ну, более-менее все стандартно. Есть магазин, да, который открывается, что-то выбираем. К сожалению, здесь вот добавили сокровища. Можно будет кому докачать, кто не докачал. К сожалению, они в том смысле, что они довольно-таки, эти сокровища старые, в основном у всех прокачаны. Да, то есть, вот. И здесь вот, чтобы пройти дальше, что-то взять более, ну, вам нужно, интересное, увы, нужно выбирать именно между этими сундуками сокровищами, да, если вы хотите взять там декодирование, пройти дальше, да, там взять область, ну, придется выбирать, все равно эти сокровища очень многим не нужны брать, да, здесь можно заточки брать, вот, ну, это опять же для больших топовых игроков. Здесь мы, когда вы, ну, барабанные палочки тратим, да, нам дают награды. Смотришь, вроде тут фрагменты крыльев, но опять же тут сыпет все остальное особо ненужное, да, как бы, к сожалению, награды не слишком щедрые, а эти крылья, фрагменты, ну, если вот за весь ивент вам один, ну, штук 2-3 фрагмента крылья выпадет, это хорошо, тем более у многих одни или два варианта собраны, да, вам нужен какой-то конкретный один, ну, какие шансы, что выпадет именно то, что вам нужно, сами, я думаю, догадываетесь. Также здесь есть события, да, которые показаны, сколько с чего можно заработать. Вот у нас как календарь событий, можно посмотреть, да, с какого события сколько очков можно получить. Вот, соответственно, куда вам стоит вкладываться, да, если вы хотите там, ну, максимально выгодно вложиться и открыть там область или какие-то призы получить. Вот у нас тут все написано, да, на весь ивент, когда что откроется и откуда сколько пропадет, да, то есть в этом плане очень удобно то, что делают, и есть возможность. Но опять же, это же не все ивенты, которые будут, это здесь написано те, которые идут в зачет данных карнавала лодок. Вот, поэтому, опять же, вот есть альянс, да, сколько пакеты, пропуски покупает, тоже получает, получаем бонусы за это. Ну, стандартный рейтинг. Рейтинг союза и награды. Ну, тут все, ничего супер такого нет. Ну, опять же, конечно, рейтинг получить, ну, вот столько душ, да, то и прокачать скины, конечно, пригодится любому игроку. Здесь, ну, вот, тут довольно-таки неплохой, плохие награды, да, то есть написано вверху, за $10. Я считаю, что очень неплохо получить все эти награды. Есть смысл как бы покупать пропуск, чтобы прокачать машины. Ну, здесь вот такие пакетики продаются, я вот, который за $1 взял себе. Вот, за 5, к сожалению, уже у меня особо такой возможности нету. Ну, тут каждый для себя решает по донату, да. В моем случае, мне, что мне интересно, это то, что, ну, тут, видите, призы неплохие дают, более-менее интересно, да, как бы немного, но этапы открываем, получаем, качаем машину, зверей. По крайней мере, это то, что нужно, да, ну, здесь элитный камень, конечно, ну, я сюда все равно не дойду, мне не грозит. Вот, как-то так, ну, пожертвовали палочки, чик-чик, и все. Вот, соответственно, набивается. Все просто, да, ничего нового. Вот, к сожалению, да, что в нашей игре мало что получается нового. Вроде как бы, типа, новое, но это немножко перерисованное старое. Ну, посмотрим, что будет дальше. На этом все. Всем спасибо.